Так, всем привет, друзья. У нас уже обед почти у детей. Ну, типа второй завтрак или первый обед. Что-то вроде этого. Лаврик палочки ест. Так, а Катюндра уже тут с утра целое домище себе построила. Она ест две маленькие пиццы Маргариты. Там целый дом у нее, стулья. В общем, чего там только у нее нету. Крыша, книжки, кубики эти. Он там играет, Кась. В общем, такой вот у нас домик. Что не хочет? Нет, он эти палочки ест. Мы уже закончили уже почти все дела. Еще Вова не закончил. Я уже подъезжаю к дому. У нас сегодня планы сходить в Seat to Table. У нас сегодня годовщина нашего знакомства. День нашего знакомства. Не свадьбы, а знакомства. Мы уже рассказывали, как мы познакомились. В общем, сегодня у нас тот самый день, 6 мая, как мы познакомились. Сегодня 6 мая. Я знаю, что многие опаздывают. И, в общем, у нас есть сегодня в планах сходить... Птичку раздавлю. Сходить в Seat to Table с детьми, с маленькими. Старшие, конечно же, ничего не хотят. Лёва будет что-то там делать, Маша вообще уехала с друзьями, в общем, поэтому возьмем только младших и пойдем посидим в Seat to Table. Были планы на джетски съездить, покататься, тепло, хорошо, но не получается, по времени не получается, это же просто целый день. Если джетски, это реально это целый день, это с утра их пока прицепишь, но мы уже показывали весь процесс, как это происходит, поэтому это реально, это просто целый день. А у нас целый день, у нас нет целого дня, поэтому сейчас уже, когда Вова приедет, мы поедем в Seat to Table, посидим немножко, пару часов, наверное, вот и, в общем-то, все празднование у нас будет. Катя, ничего себе, тут квартирку обустроила, я тут крышу уже снесла. Мила, Мила, ну куда ты, господи, как медведь в теремок, ну куда? В общем, сейчас пока это все надо будет убрать, потому что потом придем в Seat to Table, уже точно никто не будет это все разбирать, поэтому сейчас все уберем. Мила, 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 давай, давай. Так, мы, солнышко, да, мы приехали, на, ну, в смысле, нас Лиза привезла. Пойдемте. Seat to Table. Пошли. Пойдем. Пока. Давай. Пока. Пока. Пойдем. Так, дети одели на себя все, что нашли. Катенька вообще. Ладно, дети выбирали сами. Что такое? Смотрите, Mother's Day. О, ребята, скоро будет день мамы. Вова, скоро день мамы. Ой, кстати, мне бы не забыть, я же торт заказала на день мамы. Ура! И мне я бы не забыть. Маму. Ты любишь маму? Здорово, что ты любишь маму. Так, и Лиза еще просила на обратном пути взять ей обязательно просто гуакамоле. Мне главное в этот раз опять не перепутать. Я просто раз взяла и гуакамоле, оно было спайси-спайси прям. Ой, какие женщины в розовом. Вот это красотки, да, папа? Вот здесь вот мне потом надо не забыть взять гуакамоле и чипсы. И гуакамоле главное не перепутать. Лизе прям реально плохо было, она давилась, давилась, но ела. Сейчас прям попросила несколько раз меня, мама, пожалуйста, прочитай. А? Так, мы идем, кстати, детей сдавать в детскую комнату. Ай, как звучит, да? Сдавать детей в детскую комнату. Ну, так и есть. Что делать? Кстати, нам не понравились вот эти булочки вообще. Мы тогда брали. Вообще отстой. Ну, здесь такое все. Очень вкусное, в плане полезное. Здесь все органик-органик. О, еще и нету никого. Давай, все. Бай. Вводим просто наш номер. И они вылезают оба. Можно на спинку, может. Все, идем. Так, все сделано. Ой, еще, кстати, народу немного, но мы не вечером. У нас сейчас 3 часа дня, поэтому еще что пока... мы будем есть, да? Да, я буду крабсбургер свой. А он есть сразу? Ну, все есть, если да? Не если что, здесь тогда можно вот заказать через меню просто. Мой крабсбургер, как он, лобстер ролл?
И детям надо пиццу и картошку, они сказали. А ты что будешь? Лиза еще просила суши. Я говорю, нет, суши, говорю, здесь не будем. Здесь суши Лиза отстойные. Суши поест. Кстати. Да, здесь вообще отстойные суши. Суши, говорю, не повезу тебе. Гуакамоле, окей, возьму. Но суши тебе не повезу. Они здесь вообще прям стрёмные. Так, ладно, пойдем заказывать там. Я в кофте, ребят, мне холодно. Мне здесь всегда холодно. На улице 33 градуса. Штаны, кофта, да, 33. Я на улице. Вот это ключевое, Вовик. На улице. Остывай сколько хочешь. Мне холодно здесь. Поэтому я вот... Ваши поросенок в Петровке мёрзнут. Ну, типа того, да. Это да. Что это такое? А, иду. А, это моцарелла. Что? Ой, я на обратном пути хочу, мне все равно гуакамоле брать. Это пчелиный сахар. Ну, видимо, типа... Ну, типа не тот самый сахар, да, а другой, нормальный сахар. Здесь же все органик-органик. Да, куда деться. Ой, смотрите, мы вот этот сыр берем большим кусочком в Костко. А видишь, могли бы маленьким брать. И вот этот мы тоже берем. Ну, вот видишь, какие вы. Нет, не этот мы берем. Не экономные, да. Не, ну мы просто едим много. И еду... Ой, да, уже много раз показывали этот магазин. Даже не знаю, пройти показать вам еще, может быть. Так, можно заказать всякие вкусняхи. Вот здесь мы... О, здесь, кстати, днем очень вкусная, типа лапши. Вовик, ты куда? А, мой ролл там точно продается. Так, и пиццу будем заказывать. Пиццу и картошку фри. А это разве не то же самое меню? Но это нет. Нет? Другое? Лобстер ролл и него. Да-да-да. Подожди. И вот здесь мы будем пиццу заказывать. Пиццу. Какую пиццу? Маргариту, наверное. Вовик. Вот, смотри. О, Вовик уже мне все заказал. Это что? Это, ух ты, это фиш-чипс. Наверное, вкусно будет. А ты не будешь со мной лобстер ролл? Ты со мной не будешь? И здесь, смотрите, можно на выбор прям берешь, добавляешь все, что хочешь. В общем, здесь можно сказать приготовить все, что угодно. Вон даже ягода лежит. Да, иду. А, давай. Детям и картошку фри. Она где заказывается? Да, ну Вов, там нет очереди, надо заказать. Вова, Вова, воду, воду. Детям надо просто воду. Вов. А. У меня две жужжалки. В общем, взяли два заказа. Так, и Вова сказал, что я, говорит, сначала буду еще есть все бокальчики. Тут их потом не будет, когда ближе уже к вечеру. Их все разберут и будут обычные стаканы выдавать. Так, Вова сказал, будет пиво просто, а я буду вино. Чего-то только нету. Смузи. Много всякой всячины здесь. Смотрите, как пиво наливается. Девушка поставила стакан. И оно снизу. Я не вернула? Я вернула. Прикольно. Это ты не взял? Да. А ты видел, пиво? Да, я и хотела заснять, как наливает. Thank you. Так, все, мы готовы. Мы идем. Куда мы идем? Туда, куда детей видно. Пойдем туда. Да, мы туда идем. Зефирки нет, показалось. Зефир здесь не купишь, только маршмеллоу. Ну, в смысле, вообще в Америке не купишь зефир, только маршмеллоу. Если очень хочется зефир, то это только по русским магазинам или по европейским маркетам. Хотя, может быть, даже, ну, знаете, в Ситотейбл можно найти то, чего не найдешь в других супермаркетах. Костко, Walmart. Здесь много очень всего интересного. Очень вкусного, классного. Мы все... Ой, только не в бочку, Вов. Не-не, да? Вон туда, где видно детей, мы туда пойдем, тут вперед. Все, мы сели, и вон в тот телевизор нам видно наших детей будет. Ой, Лавруша рисует. Слушай, вот он даже вот в этом движе, в этом кипише все равно вот там будет сидеть, что-то там один рисовать, копошиться. Да, реально сидит, рисует. Итак, что мы взяли? Мы взяли мне крабсбургер, ну, лобстер-ролл, который я обычно здесь беру. Взяли картошку фри, взяли эту пиццу.
Тако салат, ты будешь тако салат? Лобстер ролл, смотрите, 25 баксов стоит. Я заказала новые пиццы, вот, с трюфелем. Я заказал, дети могут сама. $25. Так это надо еще тогда одну взять, сходить, вау. Ты молодец, они же это есть не будут. Картошка фри только у них, им пиццу надо, маргариту заказать. Катя присоединилась. Давай посмотрим, на чего эти пиццы, вдруг они и будут. А какую? Да не будут, сейчас, Вов, ну возьмем домой, ну сходи, пожалуйста. Давай сейчас посмотрим, что... Вов, пожалуйста, давай ты мне карточку, я скажу. Короче, отправила Вовика за пиццей. А, так, вот такой вот у меня лобстер ролл. Здесь очень много лобстера. Здесь... Что это такое? Этот... Колслоу, видимо. Огурчик. И вот такая вот бадья у Вовика. Он каждый раз ее заказывает, но ему нравится реально. Вот это вот, типа вот начеса, вот эта вот штучка, и в ней чего только там внутри нету. Так, у нас забрали эти жужжалки, сейчас Вова принесет еще одну, и у нас будет пицца маргарита, чтобы у детей была отдельная пицца. В общем, друзья, с годовщиной, неудобно, с годовщиной нашего знакомства нас с Вовиком, у нас сколько, мы сегодня пытались посчитать. 1 000 000 000 лет световых. 22 года у нас, 22. Если вы посмотрите на наши фотографии со свадьбы, она не изменилась вообще. Ой, ладно. А вот это то, что со мной произошло, это по ее вине. Естественно, эти, да. Все эти метаморфозы. Посмотрите, как вот этот вот... Вот этот юный мальчик, такой вот свободный конь, несется. Вот если меня сейчас Саша смотрит, это его любимое выражение. Как конь, вот эта грива развивается, да. Он несется по свобода. Зеленой траве, по лугам, да. И несется вокруг. Навстречу к свободе, к будущему. И бам! Бам! Мая, и ты такая уже года. Здоровая жирная лошадь, на которой, которая тащит за собой огромный обоз, на нем люди все тебя хлещут по бокам. Дети, дети. Да, короче, все. Видишь, Саша, я продолжил твое это. То есть вот это вот уже Саша тяжело. Саша женился через 10 дней после тебя, он точно Но все это знает. У нас похожие истории. Так получилось. Да. Ладно, давайте да. вас... Нас, ну, с праздником. Тьфу, это у нас день знакомства, ты да. говоришь, годовщина, да. Годовщина нашего знакомства. Да, я просто думаю, если у нас сегодня годовщина, то у них через 10 дней. Да. Я вот тип. Да. А, не-не-не. Так вот именно у нас игры знакомства, а у них... Ну, мы свадьбу будем отдельно, когда отмечать. А свадьба отдельно отмечать, тогда, так что позвоним, спишемся, ладно. Позже, да. Короче, это день первого знакомства, день первого знакомства после знакомства и так далее, и тому подобное. Если все даты отмечать, то с ума сойдешь, честно. Да, ну, в общем, такая, да. Вспомнил случайно, говоришь, по-моему, мы женились, все, год, и такое. Празднуем каждый год, реально мы ее. Большой все праздник. 22 года. В общем, 22 года назад, друзья, случилось то, что вы видите на своих экранах каждый день. Ну, это вот со мной случилось. Начало было положено именно тогда. Положено было. Не положено было так делать, но там положено было. Не положено, а так получилось. Так, ребят, нам все принесли. Вот это вот та самая пицца с трюфелем. С грибочками, но это нам с Вовиком. И вот это вот детям. Просто чисто маргарита. Такая красивая вообще прям. Да, я на ней первый раз увидел, я прямо влюбился. Я тоже. Первый раз, когда мы здесь были. Она как раз. Красивая, поэтому мы здесь и квартиру красивая. Сняли. Из-за этой пиццы, из-за этого Situ Table. Да, так ешь давай, слюна у него текла. Вон, смотрите, там внутри у него курица. Есть бобы, курица, свежий салат. Как он? Ну, как в этом. Зеленый? Нет, как в Цезаре, то есть фактически как Цезарь. Ну, лейтис вот это. Лейтис, да. Угу. То есть как бы, ну, очень. Романи, Романи. Ну, Романи. Наверное, да. Угу. Короче, все очень свежее, все такое хрустящее. Ну, это порция, Вова говорит, на двоих, поэтому, скорее всего, да, он будет брать ее. Да, ее, конечно, на двоих домой. Надо брать однозначно. Что и он мне пытается это впарить, но я никак. Я это все не люблю просто вообще. Так, а вот это очень вкусно, я уже половину съела. В общем, ребят, очень вкусная вот эта пицца оказалась. Вот мы съели сейчас по кусочку, Вова уже ест второй кусочек, очень вкусно. Но мы, наш вывод, так скажем, что здесь трюфель есть, но сверху они еще налили трюфельного масла. Ну, чтобы было... Больше ароматика была. Да, ароматика, чтобы было побольше, да, и вкуса, да. Ну, вкусно. Они действительно, они ее пережарили, конечно. Ребята, такой соленый кукумбер вкусный, обалденный просто. Сегодня, видите, у нас 6 мая будет... Веселуха. Пати будет с 8 до 11, но у нас не будет. Мы уже уедем, конечно же, отсюда. Это так, для взрослых.
ну, когда уже, ну, детей, конечно, тоже будет море в это время, но мы уже уедем точно, нас дети столько не выселят, да и мы тоже. И в 8 они у меня вообще уже в постелях лежат. Я, видите, как делаю? У меня уже тут 10 салфеток. Так, Вова взял еще вино, взял еще 2 бокала. И я его попросила принести. Короче, Вовик бегает и бегает по моей просьбе. Стаканчики, трубочки детям на водичку. Да, просто на водичку, потому что из бутылки они же не будут пить. Ну, будут, точнее, с удовольствием, но слюней только напускают. Какой у меня муж золото все-таки, а? Он уже забегался, бедный, но золотой же. Смотрите, вот это вот, я понимаю, трубочка, да, это захлебнуться можно. А ты специально такие взял, чтобы нет, больше не просили или что? 2 стаканчика и трубочка. Ты не там смотрел просто, папа. Привет, Санти мои. Садитесь вон туда, садитесь вон туда. Вов, отодвинем стульчики? Мой хороший, пришли уже, все. Возвращение блудных попугаев. Садись, Катюш. Так, давайте я уберу вот это вот. Так, у вас картошка, пицца, вас ждут. Садись, зайка. Садитесь, зайчики, садитесь. Так, у вас есть стаканчик, у вас есть эти трубочки. Тихо-тихо-тихо, подожди, подожди. Так, берите пиццу, подожди сейчас. Сегодня было Марио? А, из-за мультика, наверное, у них там. Ты там что-то разукрашивал? Папа уже купил вам Марио. В общем, опять на день окончания школы у детей будет Марио. Ешь, ешь давай. Все уже, тебе все купили, ешь. Катюш, поешь, пожалуйста. Катя, 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 поешь, пожалуйста. Потом еще попьешь. Ты уже много попила. Я уже много чего попила. Так, мы, ну я понимаю, да, мы забираем с собой остатки еды. Вовик свое корыто доел. У нас что-то здесь происходит, все туда я была, у нас вон там шериф, весь вооружен до зубов. Ну я бы не назвала его шерифом, конечно, прям. Это уже третий, их было 2 здесь было 2. Полиция. А, полиция, первые 2 были полиция, да, они были вооружены до зубов, с рацией, ходили, искали кого-то. Вон там в винотеке в этой искали, где же, видите, детская комната, и тут же винотека, детей сдал, в винотеку завернул. В общем, они его искали, его, ее, я не знаю, кого они ищут, искали, они очень долго, постоянно по рации переговариваются. Один из Люш. Ну, не знаю, если он вышел из детской комнаты... Но это прям вообще странно. В общем, кто-то от них сбежал, и они его ищут, скорее всего. Ой, ты какой! Прикольная такая розовая, в розовой шапочке. Шляпочке, как Маша говорила, шляпочка. Так, дети, все, пойдемте. Подождите, Лиза, ждем, подождем, одевается. Подожди, нам надо купить эти мармеладки. Дети просят мармеладки, пойдем. И гуакамоле, и чипсы, пойдемте. Мы, правда, без тележки, но будем так. Вов, гуакамоле, чипсы. Пойдем. Надо. Пойдемте. Мам говорит, можно я пойду поглажу лошадку? Ну, погладь, доченька, лошадку. Ладно, пойдемте. Вы хотели эти жевательные мармеладные тянучки, жвачки. Пойдемте искать. Пойдемте. Что это? Но это такие для детей. Это что? Папа-тролла, юникорны. Да там газировка какая-то. Газировка? Фруктовая, ты это не будешь пить. У нас просто газировка. Дети не пьют ничего, кроме воды пока. И максимум это яблочный сок, потому что они ничего вообще не пьют, поэтому это все брать бесполезно. Оставляйте. Пойдемте ваши эти конфеты выбирать. Так, папа идет. Папа идет. Пойдемте выбирать конфеты. Катя, нет, Кать, мы сейчас сами выберем настоящие. Пойдемте без упаковочки, а сами будем выбирать. У нас здесь живая музыка, здесь уже такая движуха началась. Пойдем, Лаврош, пойдем. У нас просто Лиза уже сейчас, наверное, даже приехала. А! Пойдем конфеты и гуакамоле, и все. Дети, пойдемте. Зачем кто I can feel it flowing in the air.
Пойдем гуакамоле возьмем. Вот там. Так, теперь главное мне не перепутать. Вот они, эти спайси. Не, Катюш, мы сейчас возьмем настоящий пакетик. Так, подождите, гуакамоле обыкновенный. Мамуш, подожди. Такую большую упаковочку. 8,99. Так, Слова оставила детей. Видимо, вот эти вот. Две штучки. А, надо тележку взять. Эх, боже мой. Надо тележку взять. Я уже не могу это все носить. У меня и камера, и все подряд в руках. А нам еще надо конфеты взять. Сейчас я возьму тележку. Ой, я. Да. Теперь да. Так, пойдемте выберем конфеты, ради которых мы, собственно, здесь. Дальше, дальше. Дальше, вон там они, в самом конце. А, точно. А что делать тогда? Ну тогда берите в упаковочках. Мороженое можно, да, еще, кстати. Какое зеленое? Ты уверен? Может, ванильная? Зеленая? А, да. Окей. Так, и Катя ванильная. Отойди-ка, отойди-ка. Ну, я надеюсь, вы это будете есть. Давайте пока посмотрим, что здесь еще есть. Ой, есть выпечка. Синамончик. Что? Что? Но он попросил... Ой, а какую дали? Какую дали? Кукис. Я не ту взяла. Надо было зеленую взять ему. А какая зеленая тогда? Вот такая. А это вот это было? Короче, лаврушки дали попробовать. В итоге я ем его кукис энд крем, а это не оно вообще ни разу. Нет? Потому что это лайм. Конечно, нет. Ешь косой, кукис энд крем. Осторожно. Ешь, вот это вкусное. Блин. Ему главное было зеленое. Дайте мне, говорит, зеленое. А оно, он не будет его есть. Выпечка местная. Apple. Вот он, куличик, за которым мы гонялись. Вова, смотри, есть куличик. Реально куличик, да, смотрите. А что-то мы не, даже не прошлись, не посмотрели. Надо было тогда на Пасху пройтись, посмотреть. Много разной выпечки. Это с тыквой. Кексики. Кстати, кексики очень вкусные. Мы берем здесь иногда с орехом. С бананом. С бананом и с орехом очень вкусные. Синамон. О, шоколадная печенька. Смотрите, какая. Ягодой. Это все здесь, это все местные. Именно sit to table. Печеньки. Мне кажется, вот это вот точно будет есть. У нас дело в том, что семья ест в основном, знаете, такое классическое, без всяких ягод, фруктов. Так это наша? Наша. Возьмем одни. Ну как? Лучше гораздо, чем зеленая. Хрень какая-то. Ешь, ешь. Это вкусное мороженое. Ешь. В общем, ест. С горем пополам, но ест. Вот эти вот арбузы, ребята, они с косточками. Мы в прошлом году, помните, кто нас смотрит давно, мы брали такой арбуз здесь. Прям на улице их продавали. И они были, видите, написано даже с косточками. Вот эти вот длинные арбузы, они все с косточками. Это было так неожиданно. Потому что мы уже настолько привыкли к арбузам без косточек, к винограду без косточек. Но вот эти вот, они продаются всегда, они точно с косточками. Давай, давай, Лавруша, давай быстрее, мы ждем. Лиза приехала? Да, я здесь. Да? Все, да. Выходим. Да. Прекрасно. Сейчас, подожди, ну ты хочешь это в машину? Пусть съест. Я
Видите, сколько полиции. Так, все, давайте, пойдемте на кассу, доедайте свое мороженое, пойдемте на кассу. Пойдемте со мной, пойдемте. Я забыла карточку, просто вернулась, а Вова разговаривает по телефону. Катя, молодец, ей холодно в ручках держать, холодная очень вот эта вот тарелочка с мороженым. Так, пришел Вова, спас меня. Это хорошо, потому что мне... Давай я буду держать. Давай, бери. Холодная очень тарелочка. Угу. Все, идем на кассу. О, Рок-н-ролл. Давай. Доедаем. Подожди, Вов, подожди. Прикольно вот это. Зашибись. Сервис, наш конек. Дочь старшая приехала. А да, Лизочке она обрадуется. Black Uber приехал. Господи, у меня язык замерз, ребята, он у меня не шевелится. Я подержу, давай. Очень холодное мороженое. Оно растаяло, как-то каша. Не, нормально. Ешь. Давай, мать, вперед. Мать. Я ж мать. Двигайся. Двигаемся. Пристегиваемся. Ну как? Нормально. Нормально? Так, куда это делать? Ну себе в ноги поставь, алло. Я в ноги поставь. А почему ко мне-то? Потому что ты любишь меня. Так, мы дома. Маша тоже дома. В туфлях. А носки откуда? Я кроссовки приобрела. А, ты кроссовки брала с собой? Да, ты что, я не держу, я первые 30 минут еще. Ну да, это нереально. Ну получается хотя бы уже? Да, немножко. Немножко? Прогресс, главное, есть. Так, по поводу печенья. Я уже сходила в душ, я уже себя чувствую прекрасно. По поводу печенья здесь. Лиз, что тут тебе не понравилось еще раз? Кто это? Любит. О, круто, Катя, молодец. Шатала-шатала, да? Нет, я его задела. Задела, пока жевала свои мармеладки, да? И потом он выпал сам. Слава тебе, Господи, а выпал этот зуб дурацкий, который вот просто вот на раскоряку у Кати висел. Супер. Так, Лиза там проорала peanut butter. В общем, ребята, ореховое масло. В общем, не зашло ореховое масло. Ну ладно, Лёва сказал нормально. Лиза сказала, ну так себе, отстой. Ну, в общем, как-то так. Ой, милая, скажи, дайте мне, я всё съем. Хоть какой баттер. Так, все, друзья, укладываю детей спать, уже забираю у них айпэды, все, баиньки, Катя уже совсем падает. Котик, давай раскладывай свое это плюшевое царство по местам, сейчас каждая игрушка будет на своем месте лежать, и никак больше, их тут много, они в четком порядке. Ударилась? Спать уже все, давай скорее раскладывай. Лавр, отдавай айпэд, все, баюшки-баю. Давай, зайка, давай, забираю подушку у тебя. Катя, давай. Я выключаю свет, давай скорее. Сейчас будет полный порядок в игрушках и баньке. Ой, беззубая. Так, дальше.
Шепелявит страшно, говорит ужас вообще. Все, все, давай. Довольная. Все, зуб выпал. Ух ты, какая крутая песня. BTS, Чимин. Давай, 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 все. Кать, давай быстрей. Лаврик там налистывает ТикТок. Там одна песня круче другой. Все тренды, все самые прикольные песни. Да, все, проснулась. Давай, Кать. Лежала, засыпала уже с айпадом. Все? А еще коалу забыла. Лавруш, все, сдаем. Весь инвентарь и баньки. Все? Теперь точно все.